Съемочная группа телекомпании «Соль ТВ» работает в плавательном бассейне «Дельфин». Здесь и сейчас мы вместе с вами станем очевидцами зарождения новой спортивной традиции. Не только Соликамска, но и, пожалуй, всего Верхнекамья. Эти соревнования по плаванию вот уже второй год подряд объединяют мальчишек, девчонок из Соликамска и Яйвы, а также их тренеров, конечно же. Инициатор и организатор – депутат краевого парламента Павел Кузьмин. Он же рассказал нам, что, как и в прошлом году, сперва пловцы встречаются в бассейне Яйвы, а потом уже в Соликамске в «Дельфине». Очень здорово, что турнир действительно стал традиционным. Это влечет популяризации плавания в Верхнекамье. Ну и закладываются такие хорошие, добрые традиции, я бы сказал, дружба не только между спорткомплексами, тренерами, но и, конечно же, ребятами. Представитель команды гостей всецело разделяет эту позицию. Мне нравится то, что можно показать себя и посмотреть, как остальные плавают. Ты на какой дистанции плаваешь и твой любимый стиль? Мой основной стиль вольный. Сегодня плывем 200 вольный стиль и 100 основной. Я обычно плаваю на 100 вольный стиль. Нравится дистанция. Для почти сотни юных пловцов предусмотрели свыше 30 стартов в дистанциях от 25 метров до 200, преодолевать которые надо было разными стилями. Судейская бригада, тренеры и инструкторы спорткомплекса «Уралкалия». Мы очень рады, потому что мы соскучились по работе, мы соскучились по клиентам. Пандемия вносила определенные коррективы в нашу работу. Сейчас мы живем и работаем на полную силу. И вот эти соревнования для нас очень знаковые. Наша землячка Софья Пашневская проплыла 200 метров вольным стилем и 100 брасом. Это ее любимые дистанции, и в этот раз она показала лучший результат. Такие товарищеские встречи, считает девушка, полезны для спортсменов. Для ребят это такая больше просто стартовка, то есть сезон заканчивается, и мы устраиваем такие соревнования, смотрим, на что подготовились, свои силы. И все по струночке пошло! Это значит, что соревнования удались и все довольны. Добавим, подарки призерам соревнований обеспечил «Уралкалий». Пловцы, занявшие первые места в своих возрастных категориях, сейчас на ваших экранах. Победителей поздравляем, организаторам желаем, чтобы и в следующем году соревнования состоялись и привлекли еще больше пловцов. Антон Старостин, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».